Привет, друзья! Новый прием называется моделирование. Вот смотрите, это отвязывание от вредных привычек. Картина. Да. Видите, если вы хотите бросить курить, а это из серии моих картин, например, таких, которые можно было бы условно назвать «Непослушные дети», как бросить вредные привычки. Допустим, вы хотите бросить курить. Суть заключается в том, что если вы будете сопровождать мысленные действия, а, например, человек, когда хочет курить, он невольно думает об этом, как он курит. Так вот, если вы вместо того, чтобы взять реальную сигарету и закурить, просто возьмете мысленные действия, которые у вас в голове, будете делать как моделирование, это один из приемов ключа из класса моделирования. Там происходит согласование психических и физиологических процессов. Ну, допустим, я хочу закурить, а сигарет нет. Или я бросаю курить, и у меня напряжение. Тогда я на этот период беру, представляю себе, что я закурил, когда мне очень хочется курить, а сигарет нет, или хочу бросить курить, повторяю, чтобы вы меня поняли. Я просто беру в этот момент и представляю себе, что я курю, но делаю при этом действие синхронно моим мыслям. Я представляю себе и делаю это. То есть я беру и действительно затягиваюсь, но сигареты нету. И дыма нету, и вообще ничего нету. Я просто беру, делаю это действие. Представляю, что я хочу закурить. Курю. Да, ну да, но до этого я там чиркнул зажигалкой, все это сделал. Представил, что я курю, выпускаю дым. И так делаю несколько раз. И вдруг успокаиваюсь. Это называется моделирование. Если вы бросаете курить, то в этот период, чтобы быстрее отвыкнуть, отвязаться от вредной привычки, но сделайте это моделирование несколько раз. Вот, допустим, вы курящий, повторяю, вдруг сигарет нет. У вас напряжение растет. А когда курящий знает, когда у него пачка лежит там, он спокойнее. Когда ее нет и не будет сегодня, допустим, ну никак. Ну забыли купить сигареты, ну кончились. И вы нервничаете. Вы возьмите, вот представьте, что вы курите, и сделайте вот так. Именно эти повторяемые движения всякие, да, или и на самом деле повторяемые вы тоже можете сделать. Представить себе, что вы болтаетесь, как мы делаем шалтай-болтай. Да, вот два входа туда, к тому, чтобы снять напряжение. Итак, бросаю курить на время отвыкания. Делайте прием моделирования. Так можно делать по всем вредным привычкам. Потом мы еще об этом поговорим. До встречи. Да, не забудьте, что сегодня ликбез. Готовьте зумы, выходите с вопросами. До встречи.